все, Дон Душен. Вон одел, кума обстановка. А? Да? Короче. Он программ, который есть и детали с Крисом Зярли, который кума в колледже был, да? Шесть синий день. Плану де модернизария церей. Ликидаря Центровой национала антикоррупции реформа Сисовой. У нас вот есть структура, которая называется районный совет. Это то, что нужно в первую очередь ликвидировать. Район должен остаться на своем месте, но районный совет, который делит деньги, если примар из оппозиции или из другой партии, у нас города и села не получают ничего. Зачем сегодня нам содержать председателя района, вице-председателей столько, сколько партии создают коалицию? У нас есть некоторые районы, где по 4 вице-председателя. Это нам стоит сотни миллионов лей в год. Но интеллезим перфект к Республика Молдова регулы подсфащ, дуар, дака, им парламент, шела гувернари, мержи у экипы, кари сева позициона, ка ревизор, как завхоз и в некоторых случаях как хирург. Вы должны понимать, что без жесткой руки порядок в стране навести невозможно.